Всем привет! Сегодня хочу показать и рассказать о функциях компьютера трактора Massey Ferguson 7626. Вот сам компьютер. Держится он на металлической трубке. Снутри в пластиковой обмотке. Пластик очень крепкий. И поддерживает его верхний, вертикальный. Металлическая трубка. Он также имеет кнопки управления, джойстик, функция нажатия выбора, кнопки Escape, клавиши домой. Это, честно говоря, я не знаю. Включаем зажигание. Вот видите, появляется стилизованный знак Massey Ferguson. И ждем, пока он загружается. Вот он загрузился. Итак, мы видим три режима. Это трактор, настройки компьютера, если, к примеру, вот сеялка, которая сеет, она имеет свой компьютер, но ее можно подключить к этому компьютеру. И этот, который был гаечный ключ, настройки. Чтобы выбрать все функции, посмотреть, какие есть, нажать надо на джойстик. И вот видим все его возможности настроек самого как трактора. С помощью джойстика переключаемся. Можно выбрать настройки трансмиссии, настройки работы трансмиссии мотора в режимах, там, к примеру, когда пашем, культивируем, выполняем тяжелые все различные работы. Настройки поворотной полосы. Настройки гидравлики. Настройки джойстиков. Это расчет и мгновенно показывает расход топлива и расчет гектаров. Это среднее выводимое, через некоторое время выводит. Так, эффективность работы трактора, проверка. Карта. Карта нужна для работы, если навигационная система стоит. Настройки двигателя. Настройки управления свалки, поворота переднего моста. Навеска передняя. Навеска задняя с гидрокрюком совместного управления. Указатели тоже для спутника нужно. И передняя навеска. Извините, это была задняя навеска настройки. К примеру, выберем поворотную полосу настройки. Для чего она нужна? К примеру, мы работаем с сложным агрегатом, типа оборотного плуга, или сеялки, или какого-нибудь культиватора, который при подходе к концу поля, на разворотной полосе, где мы разворачиваемся, требует выполнения одновременных нескольких операций. Например, как на сеялке, одновременно надо поднимать навеску, сошники, выбирать маркер. Или как вот, например, на плугу оборотном, то, чтобы подъезжать, поднимается навеска, и надо, чтобы переворачивался плуг. Это все делается, настраивается. Вот мы видим, какие цилиндры есть. Выбираем. Вот я пробовал тут настраивать для дисков. Выбираем любую вот свободные ячейки, это которые можно запрограммировать. Вот. Это удаляем. Мне, в принципе, сейчас не нужно.
только так пробовал. Вот выбираем, к примеру. Выбираем операцию, которую мы хотим выбрать. Это будет по очередности при нажатии активизируешь клавиши. Клавиши можно выбрать. Обороты трансмиссии, что, к примеру, подъезжаем к концу поля, едем на максимальных оборотах, и мы хотим разворачиваться на более низких оборотах, к примеру, чтобы было менее шумно и комфортно. Вот мы выбираем трансмиссию и выставляем там определенные обороты и скорости. Следующее. Мост. К примеру, если у нас можно включить автоматический передний мост, можно включить принудительно. Но есть такие агрегаты, когда можно навесные, к примеру, если работаем, чтобы при повороте не переключаться между автоматическим или отключать мост, вручную можно настроить здесь, при нажатии клавиши одновременно будет скидываться обороты и отключаться мост. Это передняя навеска. Это блокировка дифференциала. То же самое, если мы работаем, к примеру, идут работы с постоянно включенным дифференциалом, а при поворотах надо его отключать. Если мы не работаем в автоматическом режиме, то где-то настраиваем функцию. Следующее. Задаем определенную скорость трактору. Работы с ВОМом, задним, передним. То же самое, к примеру, подходим к краю поля, нажимаем на кнопку, все эти операции будут выполняться одновременно, выключаться будет ВОМ, скидывается скорость, обороты двигателя, вот подниматься, опускаться навеска, гидравлика определенная, к примеру, будет, нам устраиваем цилиндры, которые должны работать на закрывание, открывание, выставляем время работы цилиндров. Вот. Также жесткость руля, как я говорил, к примеру, то, что мы, когда сеем, нам нужно, чтобы руль был менее чувствителен, когда ведем прямую загонку или культивируем, а при подходе к поворотной полосе, разворотной, чтобы буквально хватало там полоборота руля и колеса полностью выворачивались. Есть такая функция, вот тоже ее настраиваем. Все это забили, то, что мы хотели, все настроили. Потом сохраняем и при подходе к разворотной полосе активизируем эту кнопку, и все начинает работать в автоматическом режиме. Это я показал вам всего одну настройку этого трактора. Их здесь очень много. К примеру, можно посмотреть эффективность трактора. Это мы будем сразу видеть обороты двигателя в пробуксовке у колес, пациентометр навески при вспашке, к примеру, или на работах тяжелых земельных работах. Расчет расхода топлива в литрах в час, гектары в час. И все в этом роде. Настройки по двигателю. Максимально. Так, не включил. Вот настраиваем определенные обороты при работе, которые надо задаем, активизируем клавиши автоматические обороты. Клавиш B. Так, можно выставляем минимальные обороты, при которых будут понижаться или сначала понижаться, если будут падать обороты, понижаться будет скорость. При выравнивании оборотов она потом будет обратно повышаться, восстанавливаться ту заданную скорость, которую мы изначально хотели. Передачу. Так, здесь еще много всего у нас, всяких функций. Буду постепенно вам рассказывать, сам буду ознакомливаться. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Если понравилось видео, ставить лайки. Всем пока.